В эти минуты в краевой столице открывается третий всероссийский молодежный фестиваль имени Валерия Золотухина. За несколько часов до официального старта актеры рассказали журналистам о том, каким обещает быть фестиваль. В нем участвуют 15 коллективов из разных регионов России. На протяжении недели они сыграют свои лучшие постановки. Каждый день в программе по 3 спектакля. Уже сегодня вечером зрители увидят постановку Новосибирского театра «Васа Железнова». По традиции на фестиваль приедут знаменитости. В заключительный день, 30 сентября, выступит московская студия со спектаклем «Мамаша Кураж». Главную роль в нем исполнит народная артистка России Ольга Дроздова. Отмечу географию. Петрозаводск, боже ж ты мой. Карелия, вон она где. Мирный город, мирный. Я хочу пожелать фестивалю, чтобы зритель, увидев спектакли других городов, все равно сопрягался, соучаствовал. Сегодня в честь открытия фестиваля на крыльце МТА пройдет танцевальный баттл, выступят барабанщики и рэп-исполнители. Подробный репортаж о торжественной церемонии открытия увидите уже завтра.